В интернете настоящая снюсомания. Десятки видеообзоров на никотиносодержащие смеси. Небольшие пакетики с приятным запахом фруктов рекламируют блогеры. Известные личности в виртуальном мире за деньги испытывают на себе свойства бездымных сигарет. Это со вкусом ваниль. И... Кола-ваниль. Да, очень приятно пахнет. Ну да, кола-ваниль. Все ясно. Никотина черри. Вообще не отдают. Черри. Производители снюса говорят, это лишь аналог сигарет. Только вот медики с таким утверждением не согласны. Чтобы понять, что скрывается под заманчивой упаковкой, отправляемся в лабораторию Оренбургского областного наркодиспансера. Образцы снюса сюда стекаются со всей области. Эта партия была конфискована в Орске. Специалисты проводят детальные исследования содержимого каждого пакетика. В данной смеси было обнаружено высокое количество никотина. Мы его видим на хроматограмме. Один пакетик снюса содержит запредельную дозу никотина – 40, 60 или даже 90 миллиграмм. Это как выкурить одновременно целых две пачки сигарет. Эксперты исследовали больше 100 различных видов бестабачных смесей и пришли к выводу – состав вещества крайне опасен. В каждой из образцов обнаружено высокое содержание никотина, а также ряд тяжелых металлов. Таким образом, употребление данных смесей может оказать непоправимый вред здоровью. В состав бездымного табака входят еще и канцерогены, в том числе никель, радиоактивный полониум. Даже в малых дозах они провоцируют развитие раковых опухолей. Кроме этого, употребление снюсов очень быстро развивает зависимость. Ее специалисты сравнивают с наркотической или алкогольной. Учитывая вот эти дозировки огромные, то есть очень высокую дозу никотина, вот, происходит очень серьезные изменения во всех органах и системах. Употребление снюсов не проходит бесследно. По всей стране волна отравлений. Школьники попадают в больницы в тяжелейшем состоянии. Подобные случаи и в Оренбурге. Один из последних произошел в областном центре. Прокуратура промышленного района города Оренбурга контролирует проверку по факту поступления несовершеннолетнего в стационарные учреждения с признаками отравления, предположительно от употребления никотиносодержащей жевательной смеси. Только с начала 2020 года сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора по области проверено около 1500 торговых точек. Из продажи изъято больше 2000 разовых доз опасного вещества. Несмотря на это, подростки находят лазейки, чтобы приобрести снюс. В свободной продаже это вещество в интернете, в социальных сетях создают целые группы с предложениями. В описании указано, товары представлены лишь в качестве ознакомления. Звоним по одному из указанных номеров с просьбой продать упаковку снюса. А как можно ее заказать? Мне нужно куда-то приехать или доставка производится? Доставка есть, 100 рублей по городу. В течение какого времени привезете? Ну, напишите мне, пожалуйста, адрес смс-кой, и я вам отвечу через какое-то. В одном из известных мессенджеров заказ снюса можно оформить и вовсе с помощью бота. Всего пару минут, и опасная смесь уже выбрана подростком. Доставка никотиновой ловушки идет по всей России. Приобрести баночку снюса или шайбу, как говорят подростки, пока легально. Несмотря на то, что никотиносодержащие смеси вне закона в большинстве стран мира. Под запретом они были и в России. Чтобы обойти ограничения, производители изменили состав. Теперь это бестабачное вещество. Новый продукт, который уже разрешен для ввоза. Неизменным осталось одно – опасное влияние на организм, вплоть до летального исхода. Законопроект о запрете любой жевательной никотиносодержащей продукции пока лишь на рассмотрении Госдумы. В это время законодательное собрание Оренбуржья принимает решение ограничить реализацию бестабачных смесей. Норма вступит в силу уже 1 февраля. Пока вся продукция изымается из магазинов, причем не только в нашей области, но и по всей стране. Тюмень. Сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в один из круглосуточных магазинов города. На витрине опасный товар. Продавец не может предоставить никаких документов на никотиносодержащее вещество. Вся продукция, которая находилась в обороте, вот на изъятая управлением, то есть никто из продавцов, да, не смог представить документ, подтверждающий качество безопасности. То есть декларации отсутствовали абсолютно 100% у всех. А это уже соседняя Башкирия. Здесь рейды проводят сами молодые люди. Сначала заходят в магазин под видом покупателей, после выясняют, почему опасный товар отпускают даже без проверки документов. Сейчас продали несовершеннолетнему. Для съемки имеется.
По всей стране снюсом объявлена настоящая война. Изъятую жевательную смесь уничтожают. Попавшим в никотиновую ловушку пытаются объяснить. Под яркой упаковкой скрывается опасный враг, наносящий катастрофический вред здоровью. Новая мода, в прямом смысле слова, убийственна. Анастасия Синченкова, Владислав Горбунов, Семен Воробьев и Георгий Бурлуцкий. Итоги недели.